ростовчане, всем огромный привет! Сегодня в нашем любимом народном календаре праздник Оспожники. Рано утром женщины выходили к рекам и озерам с хлебом, после чего старшая женщина брала каравай, а другие пели песни во славу Богородицы. Хлеб разламывали и относили домой кормить скотину. Считалось, что животное не будет болеть. А еще наши предки считали, что если сжечь старую обувь, то это сбережет их от сглаза. Но если честно, мне хочется сейчас только сберечься от жары, потому что синоптики обещали нам плюс 26 и не соврали. На завтра, кстати, тоже положительные прогнозы, о них я расскажу вам в студии через пару десятков секунд. Прекрасная теплая рабочая неделя подходит к концу и без сюрпризов. Сентябрь все разгорается, температура воздуха только растет и в пятницу поднимется до плюс 27. От жары спасет осенний ветер. Он старательно погонит облака со скоростью 5 метров в секунду. Вечером температура воздуха опустится вдвое, плюс 13 на термометрах. Влажность ожидается средней, 55%. Осадков при этом по-прежнему не ждем. Тем более, что атмосферное давление держится в пределах нормы. 758 миллиметров. Ртутного столба на барометрах. На этом я с вами прощаюсь. До встречи!